Мы едем. Всем привет, вы на канале Денис Казастикиту. О, смотрите-ка, какое дерево. Давай туда залезем. Давай. Идем. Мы идем. Сейчас мы на него залезем. Оно очень большое. Мы на дереве теперь. Извините. Ну так высоко, вон там наши самокаты. Я даже не знаю, как мы слезем. Да, надеюсь, мы не упадем. Ой, спасибо. Я почти упала. Пойду повыше залезу. Нет! А почему? Ты можешь упасть опять. А, ну да, ну все равно пойду. Вот, я здесь. Нет, сестра. Ну ладно, я вернусь. Где мы? Я не знаю. Ну, мы пока на дереве, я думаю, мы упали. Я тоже. Привет. Ой. Нет. Привет, привет, привет. Вы кто? Вы нас испугали. Я магис-сова, вот это дерево. О май гад. Это как вы не упали, и да. А, ну спасибо. А как вы нас принесли? А кстати, я вам дала магии. Ну, я вам не дала, но дерево дала. А, то есть волшебное дерево. Круто. Да. Слушай, сестра, вот просыпайся. Вот это ваш дом теперь. Ой, да что, мы тебе слезли? И вы можете летать, всякие пауэрс, но вам надо курсы делать. А что, если мы хотим улететь отсюда? Вы можете, но вот это просто ваш дом. Окей. Так вы можете уйти на неделю, месяц, но надо вернуться иногда говорить привет. А, ну окей. Я как ваша сестра теперь. А, ну хорошо, окей. Моя мама, она не смогла прийти, что я делаю. Я вообще новая вот этой работы, мне платят $50 в час. О май гад, как не очень много. Окей, я знаю, мне не дают очень много денег за вот эту работу, но мне надо. Ну ладно, хватит разговоров. Окей, So, идите делайте курсы, они вон там. Окей. И если там пустота, ну окей. Если вы сделаете их все правильно, значит, вы будете феей. Но если нет, вы умрете. Умрете? Да. Окей. Пип. Слушай, сестра. Что? Я не думаю, что это очень хорошая идея, то что вы все-таки лисы, а на сова мы можем съесть. О, ты права. Ой! О, я могу летать. О, как круто. Я не знаю, как летать. У меня есть коварный план. Давай пойдем вместо, чтобы делать курсы, мы ее съедим. И когда мы будем ее есть, в ней вся магия, в общем, да, мы получим все знания. Я все вот это слышала. Вы просто пошутили, мы вас есть, конечно же, не будем. Нет, твоя сестра сказала нет, все, пока. Куда это вы? Вообще летите, как улитки. А я... Мы решили пойти вниз, иди. В общем, да, она где-то там. Теперь я здесь, идем. Мы едем. Так, мы идем к дереву, и там нам сказали, что там есть грибы. Если их есть, то мы будем суперсильными. Да. Поэтому мы идем. Вернемся скоро. Где же это дерево? Может быть, вот этим? Так, сейчас посмотрим. Мы все еще идем! Как будто сахар находим. Ой, это вообще тут дорого стоит, эта камера, понимаете? С нашей зарплаты. Да, успокойся, да. Вот гриб. О, я жива! Теперь твоя сестра. Я жива! Окей, спасибо. Да. Пока, сова. Пока, до свидосик. Окей. Пока.
Они вообще почему мне работу вот эту дали? Обойти. Вот. Мы нашли еще дерево. И тут о нем муравьи. Да подожди ты, мы. Да подожди ты, да подожди. О, дерево. Моя хозяйка ударилась коленку. И кто? Из-за кого? Из-за кого? Я не знаю. Кого ты смотришь на траву? Да, я знаю. Да, да, да. Ладно, мы пойдем, я сейчас муравьями перекушу. Нет, не идите на дерево, улетайте. Вот это evil дерево, вы станете evil. Dun, 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 dun. I'm so evil, I'm gonna kill you, I'm a devil. Я теперь демон. Вот это мой дом. Теперь я королева. А я императрица. Нет, нет, нет. Теперь я буду тут жить. И буду... Сову... Убивать ее! Да. Not for kids, you know, not for kids. This is 18+. Итак, лисы узнали. Не надо есть рандомных муравьев с дерева. Всем пока-пока, подписывайтесь на мой странный канал и ставьте лайки. До новых выпусков.